Вода вообще бушует. Вот мы сейчас туда спустимся как раз. Форест такой. О, слушай, а мы здесь были вообще? Мы сюда Конечно, спали? Мы здесь были уже 1000 раз. Мы только тогда все зимой по сумеркам носились. Да везде мы здесь уже и потеряться успели тогда. Тут на самом деле все построено, как будто складно. Тогда даже нет смысла. Да, на Капилана нет смысла, просто бабла оставишь. Пошли посмотрим водопад для начала. О, вау! Прикольно. Да, пошли спустимся туда. Вот прям здесь? Ну, прямо там вот, где мы шли. Чего говоришь? О, да, он просто сказочный, посмотрите. Да. Немножко Новую Зеландию напоминает. Да. Но в Новой Зеландии, конечно, это еще более древнее. О, прикольно. Сразу захотелось пометить территорию, да? Вообще. Вау, как она красиво пустует. Вообще. Стачивает там, да? Ага. Ну и хорошо, что все огорожено, да, и поход я даже не стал выкладывать. О, классно. Даже роза подышит. Ой, ручки. Ой, да, и все журчит.
Класс, класс, класс. Ну вот в том-то месте там вообще бурлит. Там смотри, там для любителей рискнуть шкурой даже желто-красные таблички, аж две штуки. Ладно, идемте дальше. О май гад, смотри, все полностью мхом заросло. А пошли вдоль ручейка. Прикольно здесь. А, не пройдем, да? Лес. Заколдованный. Смотри, лист висит. Видишь? Лист висит, а вот там паук. Пауки-то бывают здоровые такие, сукины дети. А там еще когора мы не встретим? Когора, ну было бы неплохо. Ну он тебя сожрет ведь? Да нет, скорее всего сожрет он тебя, у меня будет классное видео на ютубе. Ах ты! Не то чтобы я тебя бросил, ты просто будешь его высаживать. Вот пенек. Пенечек, отлично. Вот здесь и съедим пирожок. Да, пенек? О, белка! Ой, ты меня так не пугай. Белка, 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 медведь. Медведь будет нас стороной обходить. Мы слишком с тобой громкие. А вот когор я не уверен. Какой. Там они просто написали за забор не уходите, а мы куда-то вообще непонятно куда ушли. Так, блин, за забор, чтобы не свалиться в каньон. А здесь-то мы в безопасности. Просто они написали медведи. А, колючая штука. Осторожно. Это, видимо, те, кто скупили дома в этом году. Да еще пару минут на сам мост оставить.